И это снова черный экран. Ну и разумеется, какая-то самка в юбке, которая бегает и что-то делает. Кажется мне громко слишком, но я думаю, вроде все в порядке. Просто дело-то в чем? У меня-то тон компенсация стоит, а у вас-то нет? У вас-то нет ни хрена. Вы же там с телефонов сидите, смотрите. Я смогу пройти на рынок через эту дверь, но мне нужно получить разрешение. От кого? Зачем тебе разрешение, чтобы пройти через дверь? Ты же не вампир, в конце концов. Ох уж эти женщины. Так. Я уже вижу трупак, там он сидит какой-то... А, он живой, он дергается. Удивительно. Пойду дальше погуляю. А дальше не дают. Не пускают. Это первый ход со станции метро. Воротам разрослись. Вернее, на воротах разрослись и укоренились странные лозы. Это не лозы, это тентакли. Когда ты уже привыкнешь? Эта лестница связана с верхней частью ворот. Возможно, с ее помощью можно будет попасть на рынок. Но почему-то там закрыто. Эй, мужик! Да, приветик. Чё тебе надо? А чего вы тут работаете? Ты наркоманка, что ли? Мы устанавливаем новые ворота. Люди работают сверхурочно, чтобы установить эту штуку, как полагается. Времени в обрез, так что иди отсюда. Но мне нужно, пройти на рынок. Ты что, не видишь, что это стройплощадка? Ты уже вторая за ночь, кто спрашивает об этом. Я не могу выпускать каждого встречного. Дверь? А что насчет этой двери? Что ты пристала? Но мне нужно попасть на рынок и купить лекарство. Она же больна. Ладно, ладно, проходи. Но помни, проход только в одну сторону. Ок. Договорились, вроде. Дай-ка сейф мне. На всякий пожарный, ну мало ли. Не забывай, что дверь будет заперта. Когда вернешься, постучись. Ок. О, какой прикольный звук. Я видел его тело в школе. Да-да. Мина, будь осторожна, рынок может быть опасным местом, если ты не в курсе, что делаешь. Ты кто? Да неважно, я пытаюсь тебе помочь. Но я видел твой труп. Вернее, она видела его труп. Как ты нашел меня? Не заключай сделки с тенями. Остерегайся их уловок. Так кто ты? Да так, знакомый просто. А кто это, кстати, серьезно? Что за труп? Что ей за трупы названивают? Хотя, ладно, какая разница? Это всего лишь игра какая-то странная. Клиент о строительстве рыночных ворот продлится до конца следующей недели. Смотрите под ноги при выходе из рынка. Мы делаем все возможное для обеспечения вашей безопасности. Пожалуйста, остерегайтесь падающих предметов. Намек ясен. Опять ручонки сверху будут падать. Здесь куча разных товаров. Больше времени, а тебе недостаточно времени? Куча разных товаров. О, китайский. Как это закончились? Мой коллега сегодня утром покупал призрачные благовония. Только одна? Ну ладно, сойдет. Неужели все так плохо с организацией? Нет, я не стану ничего подписывать. Ваши уловки мне знакомы, вам еще... Вернее, хорошо, что я вам хотя бы заплатил. Ну вот, только посмотрите. Маленькая пташка решила покинуть свое гнездо. А? Шо? Кто ты? Что происходит? Она одета как традиционная шаманка. Шаманка? Может, колдунья? Или ведьма хотя бы? Шаманка. Кошмар. Интересно, что она здесь делает. Ты кто? Это Янми. Или Янми, а неважно. А ты что здесь делаешь? Маленьким девочкам вроде тебя здесь не стоит бродить. С чего бы вдруг? Она свободная, сильная женщина. Где бы еще бродить, да? Я совершаю покупки в этом рынке вместе с матерью, бла-бла-бла. Не совершаешь. Не на этом рынке. Скоро на тебя дойдет. А, это ж та баба, до которой доходит по полдня. Ну, она заходит в участок, видит свисающие со стен трупы и тентакли и говорит, что все нормально. Ну, идет, конечно же, к стойке и просит администратора. Эта альтернативная версия совсем плоха. А теперь отстань. Ты мне надоела. У меня есть более важные дела. Так это она же с ней заговорила. В смысле, отстань? О, мрак. Исчезни.
Только не бей меня. Странная летающая женщина в шортах. Какой-то магазин. А есть карта? А, понятно. Карты нету. Справляйтесь как-нибудь сами. Карта, я вижу карту. Возьми карту, женщина. Не берет карту женщина. Не умеет приседать и карты не берет. Ну и ладно, ну и хрен с ней. Кто-то очень не любит автоматы. Вернее, не любил. Кажется, нам сюда. А здесь что? Воняет чем-то не очень приятным. И здесь тоже. Ясненько. О, смотри. Какие люди лежат под лавочкой. А что за место? А, толчок. Можно еще спрятаться. Походу, здесь будут за ней бегать. Хотя и не факт. Сейф. Все, здесь больше нет. Нихера, поехали отсюда. Пойдем гулять по магазинам. Ей, шопинг. Не буду с ней разговаривать. Зайдем сюда. Здрасте. Сумка, которую нельзя полутать. Еще ящик, который нельзя полутать. Что ж, очень полезный магазин, да. Очень хороший. Особенно учитывая то, что здесь нельзя ничего взять. Прямо 10 из 10. Здесь можно спрятаться. Здесь еще один сейф. Как много здесь сейвов. Уважаемые клиенты, строительство рыночных ворот продлится до конца следующей недели. Печально. Но здесь больше ничего нет. Где же этот сраный аптекарь? Аптекарий! Где ты? Опа. Что такое? Что случилось? Что это было? Не, правда, нужно быть осмотрительным. Тени преследователи. Преследуют, наносят урон. Понятно. Теперь понятно, от кого мы будем бегать. Хотя это и так было понятно. Заперто. Трупешник сидит. Пованивает. До свидания. Походу, за мной в магазин он не ринулся, так что все в порядке, а? Этот переключатель должен как-то... Вернее, этот переключатель должен что-то активировать. Зачем он? О, судя по значку, это Wi-Fi. Так что, думаю, все в порядке. Так, этот ублюдок здесь. Исчезни. Не успел. Но если я выйду, он ее коцнет. Вернее, ударит. Чёртов упырь. А, можно и так делать? В смысле? Тут ты что, издеваешься, что ли? Что за шутки? О, привет. Нужно что-то постирать, и можем справиться даже с пятнами крови. Интересно. А мне и сожрать нечего, и шоколадок никаких, и сейвы далеко. Пойду пробегу. Все-таки зацепил упырь. Что наверху? А есть шоколадка где-нибудь? Шоколадка! Ты где? Нет здесь ни хрена. Зато можно спрятаться. Печальненько. Что здесь делаешь? Тебя же здесь не было. Вот же ж, говно. Ну, возьми ты карту, ну мерцает же. А я вернулся, что ли? Ладно, пройдемся по всем дверям, которые здесь есть. Может быть, тогда станет лучше. Хотя я что-то в этом сомневаюсь. Куда же пойти? Куда же сходить, ручонки? Можно вниз, можно наверх. Да ё-моё! Отстань. Здесь проход на второй этаж, ведущий к следующему зданию. Если я пойду наверх, то наверняка смогу вернуться к началу.
Так здесь открыто? Да и зачем мне к началу? Я аптеку искал. Как бы. О, сгодится. Это прачка? Не похоже. Толчки какие-то. Ящики, которые нельзя полутать. Очень странно. Мистически. Лестница вниз. Клёво. А я здесь проходил или нет? Кажется, нет. Может быть, сюда? Здесь я стопудов был. Ладно, пойдем вниз. Может быть, здесь что-то есть? Да нет, кажется, я здесь был. Ой, кошмар без карты какой. Жуть. Может быть, здесь? О, а здесь есть свет. Закрытая дверь. И даже сумка, которую нельзя полутать, и проход на второй этаж. На втором этаже банковый автомат с шоколадками. Ваш рюкзак заполнен. Эх, рюкзак, говоришь, заполнен, да? Но это плохо, это плохо. Можно, в принципе, водичку одну дропнуть. Шоколадку купить. Шоколадку сожрать. Шоколадку купить. Шоколадку сожрать. Шоколадку купить. Шоколадку сожрать. Шоколадку купить. Шоколадку больше не жрать. Вниз. А это что за дверь? Ну, разумеется, закрыта. Разумеется. А это что за дверь? А это выход. Ну да, логично. Здесь заперто. А это не вход? По-моему, я отсюда пришел. Или нет? Все такое одинаковое. Сюда я заходил. Где я еще не был? В таком месте. Возьми карту. Ну возьми карту. Ну возьми ты карту. Ай. Наверх. Не, подожди. Давай сначала этот этаж целиком полутанем, а потом посмотрим. Здесь я был, здесь я был. Да, это старт. Right. С тобой я не говорил. Как насчет свежих морепродуктов? Нет, спасибо. Так, здесь я стопудов был. И вот сюда я вроде вышел. Ну пойдем наверх, посмотрим, может быть, там есть проход куда-то, куда мне надо. Наверх раз. Наверх два. Что здесь случилось? Все улица обрушилась. Дна не видно. Нужно найти способ обойти. Здесь не заперто? Заперто. Давай этот этаж лутать. Здесь я был. Это толчок, который бесполезный. Здесь я, получается, тоже был. Здесь я рычаг дернул. Ха, а куда же мне идти? Опа. Второй этаж. Какая-то дверь. Так здесь я вроде как тоже был. Ау! Больно. Вот здесь я не был. Или был? Да что ж ты будешь делать-то, а? Чёртовы лабиринты. Бинтика нету. Порез замотать. Зато два противоядия. Нет, здесь нет ни черта. Кроме стола, в котором можно спрятаться. Да-да, обязательно укусишь. Вниз, наверх. Это место я помню. Иди нахрен. Вниз. А вот это место я не помню. По-моему, у меня здесь было. Черт. Да, я здесь точно был. Пойдем обратно. Искать что-нибудь. Может быть, сюда. Закрыто.
то есть какая-то лестница. О, сейф. Засранец хозяйственного магазина ходит этим коридором к своему магазину, еще и грубит. Сегодня ему хватило смелости сказать мне, что я так. Вернее, что я ем слишком много рисового хлеба. В следующий раз окуну его лицом в миску теста. Обязательно. Здесь можно спрятаться. И все? А, нет, вот дверь, которая закрыта. Шоколадка. Полностью устанавливает. Можно и вот это купить. И ловить по два. Да, давай так и сделаем. Почему бы нет? За деньгами я только не приглядываю в этой игре. Ау. Пойдем наверх. О, вот где я не был. Приветик. Ты в курсе, куда тебе идти? Все в порядке, спасибо. Да, конечно. Нет. Я сейчас быстро найду. Оп, записка. Записка. Ну, забери записку. Записку. Кошмар. Мясцо. Здесь спрятаться можно. А здесь нельзя. Пойду дальше. А это что? На этом магазине изображен символ рынка. Видимо, мне сюда. О, точно. Ну и славно. Наконец-то я нашел место, где живет этот самый Трахтенберг. Посмотрим, что он скажет. Ты... Что такое, человек? Призрачный кот прикусил твой язык? Да ты настоящий Трахтенберг! Удивлена? Ты думаешь, почему они называют это место рынком? Ага, будешь таращиться целый день, или я тебе что-то продам? Так, мне нужно противоядие. Оно может быть отравлено чем угодно. Ты знаешь название лекарства, которое ей нужно? Плазмохроником? Нет. Плазмосоником? Нет. Плазмосоником? Плазматоник! Она назвала его плазмотоником. Совсем плохо, да? С чего бы? Ну, плазмотоник помогает в случае сверхъестественных отравлений. Должно быть, она замешана в каких-то серьезных делах. Вы можете помочь или нет, у нее совсем мало времени. Дружная новость в том, что сверхъестественное отравление убивает медленно, если не двигаться. Здесь она сидит на месте. Полагаю, я могу что-то смешать для тебя. Давай посмотрим. Немного того, немного этого, совсем чуть-чуть шерсти, джин... Чего? Джинда? Ладно. Что-то не так? Закончился. Что? Что закончилось? В этот рецепт входил... Маракошень? Маракошень? В общем, хрень какая-то. А у меня его нет. И что это за хрень? А вас людей подобное называют джиншенем. Очень полезен для поднятия выносливости... таких Трахтенбергов, как он. Если ты в курсе, о чем я. В любом случае, где мне его достать? Ты на рынке, так что посмотри вокруг. Понятно, опять подай, принеси. Начинается. Сделай то, сделай это. Я тебе что, нанимался, что ли? Я тебе курьер? А? Опять эта хрень? Привет, мистер мясник. Я ждал что-то, чего-то подобного. Клац-клац. Так это веселый мясник. Это как домик в деревне, только это веселый мясник. Что это был? Догадайся. Бабушка твоя это была. Ну или одноклассник. Похоже ведь. Один в один вообще. Так, это наверх. Здесь запорта. Пойдем наверх. Здесь-то я еще не гулял. О. А сюда можно проникнуть. О, записочки. Здание засыпано металлической стружкой и опилками из мастерской. Строители так шумят, что не очень-то приятно создавать лекарство. Подземный торговый комплекс. О как. Кузмак. Три пустых склада. Одежда.
Лепешки. Хозмаг, можешь сходить? Стали появляться странные воронки и жуткие стены. Блокируют путь и создают неудобства для клиентов. Магазины с травмами заблокированными, вернее, заблокированы стенами. Но все еще можете добраться до них через Хозмаг. Я попросил владельца оставить черный ход открытым. Я так и знал, что нам туда. Видимо, это на этой улице, на первый магазин, который... Хотя что-то я в этом не уверен. Мясная лавка. Ты не в курсе, как обойти эту стену? Эту? Тебе следует посетить администрацию. Кабинет находится на втором этаже здания, где работает тот... Этот самый... Трахтенберг. Хозмаг. А где Хозмаг? Это ж не Хозмаг, это ж мясная лавка. Это не Хозмаг. Так, здрасте. Дай-ка я пойду еще раз посмотрю записочку. Подземный торговый комплекс. Подземный. Б1. Ну, Б1 это бейсмент, то есть подвал. То есть мне как-то надо вниз попасть, да? Прям совсем вниз. Куда-то прям очень низко. Это не то. Это первый этаж. Надо куда-то вниз пойти. Ладно. Пойдем, значит, куда-то вниз. Иди нахрен. Вот вообще не до тебя сейчас. Что это такое? Слушай, это не лепешки? Похоже на лепешки. Здрасте. Лестница. С сейвом. Дверь. Дверь заперта, где-то должен быть ключ. Видимо, мне сюда. Человек из хозяйственного магазина ходит по этим коридорам к своему магазину. Видимо, нам точно сюда. А это рисовые лепешки. Нет, нам не сюда. Хозмаг, Хозмаг. Значит, он на этой улице должен быть, но где-то дальше. Склады. Ой, все равно цепляет, даже если бегать. Ублюдок. Кстати, оп, чипсы. Где Хозмаг-то? Склады. Это склады. Это не то. Это ж не то? Это не то. Это пустой склад. Это не то место. Это не то место, которое вы ищете. А куда же мне тогда идти? Хозмага-то здесь нет. Пойдем сюда. Может быть, он есть где-то здесь? Ну возьми ты карту! Ну возьми ты сраную карту! Наверх. Ручонки, оп. Иди нахрен. Ну это тоже не хозяйственный магазин, определенно. Зато я вижу записку, которую она не хочет упорно брать. Видимо, еще триггер. Не случился. Это толчок? Выйди с толчка, он же тебя зацепит. Это склад пустой. Нет, это прачечная. А это шкаф. Где же хозяйственный магазин-то? О, а здесь закрыто. А это одежда. Нет, сюда мне тоже не надо. Ё-моё, это где же хозяйственный магазин-то? Очевидно, тоже одежда. Карты нету. Неудобно. Есть путь сюда, есть. Дверь закрытая здесь. Ну, пойдем наверх. Так, и где я оказался? Вот это похоже на лепешки. Дайте мне чипсов каких-нибудь. Да, давай чипсов сразу затарим. Чтобы было чем подкрепляться на всякие пожарные. Вот эта дверь закрыта, кстати. И где-то должен быть ключ. А здесь еще сейф. Опа. Это имеет какое-то отношение к ключу магазина? О, подсказочка. То никаких проблем. Вот лепешки. Вот где-то вот. Вот там вот он.
Так, здрасте, приехали. Вот этот знак с лепешками. Правильно? Правильно. А где ключ? Да иди ты нахрен! Достал. Пойду еще раз посмотрю. Так, вот это. Два человека. Лепешки, стол. Ключ под столбом. А где это место? Я не помню такого места. По-моему, его и не было. Ну, либо я его не находил. Хотя, вроде бы находил. О, какой интересный геймплей, скажу я вам. Нет, чувак. Не в этот раз. Столбы, столбы. Что-нибудь появлялось? Вроде нет. Все, умирает женщина. И тянет сердечко ее. Моторчик слабенький. Вернее, слабенький. Нет, она не берет. Туда мы не пойдем. Чпонька. А это что за мет? А, это толчок. Ну, здесь тоже нихера нет. Здесь закрыто. Здесь просто ни черта нет, это магазины с одеждой. Это я сейчас обратно вернусь. О, кошмар. Давай позвоним этой. И позвоним этой шкурке. Вот этой. Ты там еще живая? Не сдохла? Опа. Не отвечает. Печалька. А это кто? Я занят, перезвоню позже. Ок. Вернее, ок. А это кто? А, это та шкурка. Откуда у меня ее номер телефона? Ну ладно. Шаманка, поэтому я думаю, что вы знакомы с потусторонними растениями. Когда-нибудь слышали о женьшене? Конечно, конечно, да. Мне нужна ваша помощь в его поиске. Вы не в курсе, кто торгует подобно. Вероятно, сейчас не сезон, но ты можешь поискать травника на северо-западе рынка. Путь туда заблокирован. Кажется, ты расстроена, думаю, и ты единственная, у кого возникли проблемы с поиском того, что им нужно. Вернее, думаю, что единственная, у кого возникли проблемы с поиском того, что им нужно. Добро пожаловать в клуб. Поспрашивай местных. Так, я тебе и позвонил, чтобы тебя поспрашивать. Ты ж местная. Кошмар. Пойдем вниз. Поищем что-нибудь здесь. Она вот упорно не хочет брать вот эту вот карту. Вот, ну не берет она карту. Вот, ну никак, ну не лезет ей. Ну нет, это не то место. Ключ под столбом должен лежать, я видел. И там был знак с лепешками. Лепешки. Слово такое забавное. Все, она уже умирает. Как у нее мало стамины. Это просто кошмар. У мины мало стамины. Добавлю. Но это не то место. Это далеко не то место. Может быть сюда? Ну здесь я был, здесь нет ничего. Да что ж такое-то? Куда? Куда идти? Нет, давай сюда. Это лестница наверх. А здесь только сейв, да? И все. Никаких больше проходов. Наверх пойдем тогда. Был ли я здесь? Опять ты. Иди нахрен. Не, ну у меня точно не сюда. Да ё-моё! Эта игра вымораживает иногда этой вот хренью. Любит она всякое непотребство. Может, наверх? Это склад. Здесь я был. Скачи в другое место.
похоже на то место. Вот это похоже на то место. Единственное место, где есть знак с лепешками. Все. Здесь можно пройти вниз. Здесь я был. Да иди ты в задницу. Вот, ага. Ага, вон он, едва заметный знак. Так и знал, что все так просто. Опа. Здорово. А можно не надо, а? Громко так вот тоже делать. Надо, ау. Оп, не поймал. Ай, поймал. Ладно. Бывает. До свидания. Чпоньк. Надеюсь, он за мной не отправится. Девчонки, все-таки отправился. Все, уходи. Меня здесь нет. Иди отсюда. Ну, невидимка я, иди отсюда. Задолбал. Все? Оно успокоилось? Аллилуйя. Еще один рычаг. Записка, которую взять не дают. Лечиться нечем. Ну, пойдем тогда гулять. Капканы? Снаряжение намекает на то, что владельцу нравится это занятие. В смысле, боишься? Наверху висит дробовик. Или не висит? Или это только след от дробовика? Да даже берешь капкан и заряжаешь его и несешь перед собой. К тебе подбегает мясник, и ты ему так в лицо чпоньк капканом, и все. И нет мясника. Ну или хотя бы на землю его кинь. Должно помочь. В смысле остановился? Кого нет? Странно. Ну и ладно. Мне-то какая разница? Похоже, можно использовать верстак, чтобы создать ловушки для животных. Я же говорил, что надо брать капкан. Склада. Ну, я куда-то иду. Кошак. Пошли за кошаком. Закрыто. Привет. О, как раз то, что нужно. Чипсы мне можно? Сожрать их надо сразу. Это что? Выносливость больше не расходуется. Но это же временная хрень, которая мне не нужна. Шоколадку не хочу. Давай тогда чипсы и... Опа, деньги кончились. А ну и ладно. Обойдусь. Заперто, заперто. Вообще завалено тентаклями. А что у тебя? Похоже, он работает над каким-то чертежом. Как ты сюда попала? Что делаешь? Это не твое дело, отвечай на вопрос. Мы знакомы? Работает в ресторане морепродуктов, караоке, в хозяйственном магазине. Хозмаг? Ты не работаешь в Хозмаге? А ты в курсе? Это неплохой магазин. Однажды я обращалась туда, когда железо чувствовало себя не очень хорошо. Вернее, не очень хорошо работало. Но если тебе не пришлось возвращаться к нам, значит, мы все починили. Так что ты тут рисуешь? Это ловушка, которую собираюсь использовать в охоте на медведя. Не, который собираюсь использовать во время охоты. Местный аптекарь попросил меня поймать одного. Печень очень дорогая. Впрочем, охота — это всего лишь хобби. Интересно, что он может рассказать мне об этой ловушке. А ее можно сделать самому? Можете научить. Тоже будешь охотиться? Ты же в курсе, что охота под запретом? Только не для меня. Чуть браконьер. Ох, какой мужик. Так, тебе понадобится леска, гвозди и клей. Можешь объединить все и создать
колючий чеснок. Размести его на земле, ни одно животное, вернее, животное не сможет проскочить. Здорово. Можешь поискать ее на юго-западной стороне рынка. В моем хозмаге есть коробка с гвоздями, бери, не стесняйся. И клей. У меня есть липкая мышеловка, в ней используется как раз нужный клей. Я бы отдал ее тебе, но мне придется найти для... Вернее, но мне придется найти замену. Найди место, где, скорее всего, обитают эти паршивцы. Когда раздобудешь все необходимое, просто воспользуйся мастерской в моем хозяйственном магазине. И только-то... А, то есть я уже в хозмаге, да? Ну, окей. Окей. Шо. Это, видимо, он и был. А мне это... Что-то не надо было найти. Зачем я здесь? Есть кто-нибудь? Похоже, магазин пуст. А, нет, вот он. Вот он, хозмаг. Видишь, мерцает. Бери. И хочет брать. Здесь может только спрятаться. А, может быть, вот поэтому? Во. Сразу лучше стало. Противоядие. Места нет. Места, говорю, нет. Может, это то, что я ищу? Похоже. Вроде похоже. А это что? Это ж... Сколько здесь противоядия? Кошмар. Да, со светом гораздо лучше. Я, может быть, и карту тогда раздобуду. Раз такие дела. Кстати, пойду полутаю. Здесь что-нибудь веселенькое. Ничего-то тут нет, ни черта. Есть записка зато. Учительница раскрыла мне истинный характер занятий. Ок. Кого это волнует? Так ли? А туда нельзя. Опен. Опен. Сейвимся. Значит, он сказал леску найти. Клей, леску и что-то еще. А, и гвозди, видимо. Подните гвозди, соедините их пучком. Ок. Натяните чеснок. Ок. Ок, чпок. И так далее. Что это? Гвозди. Сойдет. Не берет. Охотничье снаряжение. Здесь ничего нет. А это что за дверь? Дверь, которая не существует. Окей. Так тоже можно. Наверное. Тихо. Ладно, у меня есть противоядие. Как раз потрачу одно лишнее. Место занимало. А это что за дверь? Записка. Досье института. Да-да, кого это волнует? Я тут Wi-Fi хожу местный, включаю. Таракашки. Ублюдка этого здесь нет, я надеюсь. Ну, вроде нету. Интересная игра, правда? Мне тоже нравится. Денег все равно нет, купить нечего. Вернее, не на что. Надо карту раздобыть. Иди нахрен. Да она его пешком обгоняет. А? Ау. Больно. Вообще-то. Здесь что? Грабим склад. Здесь можно заныкаться. Записка. Шаманы. Окей. А это что? Мышеловка. А-а. Он походу там. Снаружи. Гуляет. Пусть гуляет отсюда. А дальше. Вроде угулял.
Так, мышеловку я нашел. Гвозди я тоже нашел. Надо леску достать. Вот и карта. Вернее, рынок выглядит иначе. Ё-моё. Какой кошмар. Хузмак, мясная лавка. Администрация. И продукты, всякий мусор. Овощной магазин, отдел строительства. Вообще там наверх. Можно пройтись по этому этажу и поискать что-нибудь полезное. Пойду в хозмаг зайду. Вернее, в овощной, вот сюда вот. Пока меня этот ублюдок не сцапал. Сумки она тоже лутать без зажигалки не может. Чё тут? Семья может проследить своих предков регионов. На много веков. Очень интересно. А в сумке что? Денежки. А в сумке что? Шоколадка. А в этой что? Водичка. Неплохо. Неплохо. Хоть насыпали. Достойно. Можно шоколадку сожрать? Нельзя. Жаль. Все, канай отсюда. Молодец. О, записочка. Мы отбрасываем тени под солнцем, отбрасываем тени. Очень интересно. Так, а куда я грибу? Это соединение получается закрытое, да? Туда не пройти. Значит, дойдем до конца. Заодно полутаем магазин одежды. Вот этот вот. Может быть, зажигалка здесь будет что-то больше, кроме чем ничего. Бинтик. Полезненько. Записочка. Не полезненько. Вернее, не особо полезненько. Отпечаток мира живых. Ок. Бинтик, который взять нельзя. На всякий пожарный просто залезу. Ну, мало ли. Но походу он не придет. Ну, раз не придет, то и хорошо. Пойду дальше грести. Где мое весло? Это сюда? Это туда. А это просто наверх лестница. Не, там сюда. И это банкомат. Пойдем рисовые лепешки полутаем. А, не, не полутаем. Я тут был. Драть тебя в очко. Упырь. Все, канай. Надеюсь, я сохранился только что. Ой, ты еще тут... Опять этот... Мудак. Да ты посмотри на эту скотину. Так и будет за мной бегать, да? Все, сиди под столом. Опа. Ой-ой. Бывает. А еще бинтик сожрал. Нехорошо получилось. Шхеримся здесь. Стрелки какие-то наркоманские. Иди отсюда. Иди, иди. Нечего тебе здесь делать. Так. Мне на самый верх, да? Пекарня. Полутаем пекарню. Что тут у вас есть? Хорошая какая пекарня. Интересно, что они здесь пекли. Железки? Я ее уже лутал, кстати. А дальше пойдем.
Это переход наверх. Ну, пойдем наверх. Какая разница? Записочка. Тени — это мощные местные духи, которые населяют бла-бла-бла. Очень интересно. Чего он за ней бегает-то вообще? Понравилось, что ли? О! Слышь ты, смотри, что я тебе принес. Давай посмотрим. Молодец, ты справилась, это правда то, что было нужно. Пора воспользоваться моими... вернее, моей магией. Немного того, немного этого, совсем чуть-чуть экстракта кимчи, чего? Воля. Твоя подруга будет счастлива. Теперь поговорим о вознаграждении. Вот тебе деньги, прекрасно. Тебе придется уйти с пустыми руками, это не покрывает стоимость сделанного эликсира. Я ж тебе корень принес! Упыдь! Ты можешь требовать от меня полной стоимости. Полагаю, я могу предоставить тебе скидку за старание, но нужно только вернее, оставить квитанцию для бухгалтерии. Вот я сегодня щедрый. Ладно, давай распишись здесь, и мы в расчете. Я не уверен, что мне 100 стоит это делать. Не поможешь ни с бумагами, ничего страшного, только уйдешь отсюда без плазматоника. Это она зря. А вот здесь вот, да, молодец. Ой, зря это она. Что ты делаешь? Прекрати. Вот она всегда сказала, что вечером ко мне явится несколько смертных. Она даже пообещала оставить меня в живых, если я... выясню настоящее имя одного из них. Если бы меня спросили, то я бы сказал, что это довольно выгодная сделка. Ничего личного, в конце концов, это просто бизнес. Пока. Да, и мне с этим разбираться. Класс. Полулегендарное существо из китайского фольклора. Замечательно. Пора валить, я так понимаю. Можно мне карту? Подземный коридор. Нет, мне налево куда-то. Налево, направо. И... по-моему, налево. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Погнали. О! Опять ты. Что ты наделала? Чего? Только одна вещь могла вызвать такое. Это же магия, нужно драться с улиц, за мной. Чего это она вдруг раздобрела? А если не пойду? Мясная лавка. Плохой вариант. Что ты имел в виду под магией? Прошу только раз, ты сообщала свое имя кому-нибудь, вернее, кому-нибудь на рынке? Что? Нет, я встретила торговца, мы почти не говорили, но... Я расписалась на квитанции. Вот долбанутая женщина. Ты поставила под угрозу почти все, что было уготовано. У меня не было выбора. Трахтенберг вынудил ее поставить подпись. У тебя всегда был выбор. Последнее, что ты должна делать, заключать сделки с Трахтенбергом, это сообщать им свое имя. Что это так? Ну давай погуляем налево-направо. Так. Угу. Из-за этого на тебя откроется сезон охоты. Только вопрос времени, когда она доберется сюда, я попаду под перекрестный огонь. Она? Ты это слышала? Редь. А вот тебе перекрестный огонь. Что ты натворила? It's time to run. Пока-пока. Я говорю, пока. Я поворот пропустил. У меня, в принципе, баллончик есть. Если что. Ну, это так. На всякий пожар. Мне к воротам получается же, да? Да.
Как мне получается надо налево пробежать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, потом вниз куда-то. Тут закрыто. Сюда. И куда-то вот сюда. А я. Она уже умирает. Я смотрю, она тут повеселилась. Стамина так долго устанавливается. Просто кошмар. В порядке? А это ты? Что здесь произошло? Я пытался ее задержать, но она начала всех убивать. Тебе нужно убираться, пока ты еще можешь. Лучший водил строительства Хана. Или Хана. У нас есть ключ от строительных лесов у новых ворот. Ясненько. А мне ключ-то дали? Наверное, нет. Какая же она дохлячка, а? Денежки. Что бы ни случилось, ходи, собирай деньги. Мне кажется, у нее какие-то еврейские корни. Это похоже на стол бригадира, он оставил здесь свои ключи. Клево. Сумочка. Что в сумке? Водичка в сумке. Сейф. Что еще есть? Противоядие. Сгодится. Дальше куда? Второй этаж. Справа с краю. Окей. Второй этаж. Правая сторона. Где-то здесь. Тихо-тихо. Лестница. Вот сюда нам. Может, смогу выбраться отсюда? Все еще строится. Далеко падать один. Да, очень интересно. Хдыщ. Так она же не попала. Откуда кровище? В смысле серьезно досталось? У тебя бинтик есть. Полечись. Хотя... бинтиком тут, я думаю, мало будет обмазаться. Удалось сбежать. Кошмар наяву. Нужно позвонить и убедиться, что все хорошо. Не отвечает. Нужно побыстрее отнести это барахло. Это, скорее всего, она же и была. Кстати. Хотя, может быть, и нет. Хотя какая разница? Все равно она сдохнет. Скорее всего. О, кстати, а что будет, если позвонить той странной женщине в китайском платье? Алло? Печалька. Удалось прорваться. Она может вернуться, нужно смотреть в оба. Нужно купить шоколадку, а лучше чипсы. Комната охраны. Это я выйду через тюремные ворота. А мне надо выйти через лестницу. Как долго? Тихо-тихо. Не надо меня за ноги кусать. Я не из этих. Упс. А, такое бывает. А тут закрыто. А я такой, оп, и свалил. Сейф. Где-нибудь, что-нибудь. А все, что ли? Она убежала? Ну и ладно. Пройду тогда здесь. Опа. А ублюдка-то и нету. Не игрушка, обращайся с осторожностью. Так тут никого нет. Окей. Видимо, это нормально. В смысле нельзя? О-о-о. Слышь ты.
Принес я тебе твое говно. Да. Она не реагирует. Плазматоник — это единственная надежда. Но можно ли доверять Трахтенбергу после того, что он сделал? Бла-бла-бла, ты снова окажешься... А может, его надо колоть? Помогло. Слишком шумишь. Все. Посмотри. А чего? По развращению платья-то не было? Там юбка поменьше. Всякое такое. Так вот, ты справилась с миной, молодец. Твой аптекарь настоящий ублюдок. А, он безобидный, по крайней мере, до тех пор, пока не выяснит твое настоящее имя. А раньше ты ей сказать этого не могла, да? Что, только не говори мне, может быть, тебе стоило упомянуть об этом до того, как ты меня отправила с этим поручением на рынок. Действительно. Должно быть... стоило. Вообще-то она умирала, действительно, это уже оправдание. Хотя так себе оправдание. В общем, молодец. Слезай со стола. Он не для этого предназначен. Так. Слишком много... Ты, наверное, нужно было увидеть почти все самой, иначе бы ты не поверил. В смысле не поверил? А в Тентакле она тут как бы тоже не верит, да? Ходит ногами, пинает их, все нормально. Каждый день таким занимается. Теперь ты в курсе, с чем столкнулись, бла-бла-бла. Что дальше? Мы не можем здесь оставаться. Я видела, как это существо убило женщину и почти схватило меня. Ты видела, как она убила живую женщину? Да, там было... Вернее, та была одета в шаманское платье. Все? Не может быть. Это просто не может быть. Если только, неужели что-то случилось? Почему мне кажется, что ты что-то не договариваешь? Теперь мне нужна твоя помощь. Опять. Который раз. Древнему ордену, известному как Охотники на духов. Нужна твоя помощь. Наша обязанность защищать мир. Не спящий мир. От потусторонних. Все верно. Все в порядке. От потусторонних вторжений. Чем дальше, тем лучше. Если... То, что ты сказала, правда, то мы только что потеряли человека, который мог прекратить апокалипсис этим вечером. Судьба всего мира висит на волоске. Сейчас я готова... Бла-бла-бла. Почему она была так важна? Когда красная луна будет в зените, грань между неспящим миром и комой ослабнет. Недавно злобная сестра заполучила мощный артефакт, который позволит провести кровавый ритуал и преодолеть эту грань. Только род древних шаманов может владеть лунным ладаном и пленить ее здесь. Ну, теперь нам придется импровизировать. Надо встретиться с людьми в больнице. И есть одна проблема. Дорога кишит духами. Так что туда пробраться будет немножко проблематично. Общественный транспорт тоже не вариант. Какой нахрен транспорт? Ты больная, что ли? Нам придется воспользоваться метро. Надеюсь, ты захватила свой проездной. Он здесь работает? Наверное, в школе оставила. Он в классе или где-то в кладовой. Тень станции, метро довольно строго. Ты не сядешь на поезд, если не найдешь свой проездной. Коробок призрачных спичек. Эти спички излучают особое пламя, отталкивающее определенных духов. Уверена, они пригодятся, просто старайся их сохранить. Когда найдешь свой проездной, иди ко входу в метро. Спички. Они расходуются. Призрачные спички создают зеленое пламя, которое отпугивает цепкие руки и тени преследователей. Ой, да ладно, они вообще не опасны. Это вообще ходячий анекдот. Их заевейзить как нечего делать. Другое дело, что вот эта вот шкурка, бегающая на каблуках, она просто берет тебя за шею и станет. От нее хрен убежишь, хрен увернешься. Хотя я не пробовал, кстати, с него уворачиваться, вроде бы. Ладно, хватит на сегодня, продолжим в следующий раз, но пока что такие дела.